третья серия за сегодняшний день записанная по игре. Какой? Правильно. This is the police. Лайк, подписка, колокол. Стримлю на канале вас. Ссылка внизу в описании. Зашел, прожал сердечко. И ты уже со мной на стримах на самой лучшей в мире платформе. За подписки и за сапки отдельное спасибо. Там рядом с сердечком. 100 рублей в месяц. Сразу на сердечке, знаешь, так... Да. Нет. Что мне кажется, в этой смене маловато людей, нет? О, хорош. Ой, хорош. Ой-о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 й. Так. Бля, следующую смену поступил надо ждать. Новый вызов. Захват заложников. Как-то мало людей. О, поехали. Мэрия, три лоха. Три лоха. Три крала. Поехали. Двенадцать дней всего осталось в игре. Мне кажется, даже еще раньше будет. Поступил новый вызов. Сейчас исчезнет, но мне некого посылать. Не шутя. За кого он уже выбрал? А я тебе не скажу, за кого я выбрал. Вот посмотришь серии, а то ходят, шалопа, и потом заходит, за кого он? Я не скажу тебе ничего. Страку, понял? Генерал Перси на месте, 880, извини меня, ёпта. С пятерочки вырастила, малыша. Хорош. Хорош. Так, понял, принял. Поступил новый вызов. Бля, ну мы можем, в принципе, сюда отправить, но у меня даже пятерых не будет. Сейчас типочки мои вернутся. У нас внештатная ситуация. Задание выполнено. Ты давай, дед, пукалкой-то своей, ёпта, поаккуратнее там. Размахивай, дорогой мой. Дозрительный индивидуум. Нападение, две машины попали в небольшую аварию. Водители вышли разбираться. Это дефолт, ёпта. Мамкины эти. Нагибаторы 228. Шо? Чао, бамбино, плачет сеньорита. Поступил новый вызов. Туру-туру. О, торговля людьми. Ёпта. Туда надо вламываться вообще прям по-тяжелому. Перси в игре, да, это как отдельный вид искусства. Ты абсолютно прав. Задание туда выполнено. Не успеем. Мало отправлять людей не буду, погибнут. Задание выполнено. Без проблем. Ну, бывает. Поступил новый вызов. Нападение с применением выстрела. На улице несколько крепких парней. Бьют ногами бомжей, смеются. Вот это уже опасно. Сейчас отправим работяг. Поехали. Что такая смена напружная. А почему здесь так детективов, я не понимаю, мало. Алло. А где, ёпта?
Что-то здесь, короче, какая-то канитель, блядь, произошла непонятная. Так, ну-ка, тормозим-ка. Это смена Б, го в смену А? Подождите, я вообще, короче, не понял, что произошло. Так, ты идешь в смену Б, ты в смену Б. Б, вы вообще как все, ёпта, попали-то сюда, ребят. Эти отваливают смену А. Во. Мамба, а ты чё, я не понял? Во! Хорош. Поступил новый вызов. Проституция. Таксист, пожалуйста, толпу проституток, которые каждый вечер дежурят возле моста. Не могу смотреть на этих блудниц, но к блудницам надо перси отправить, потому что прям чувствую, что ситуация очень серьезная. Почему только тот красный, а кто-то зеленый? А вот посмотришь на ютубе прохождение, узнаешь почему. С блудницами оказалось все очень сложно. Но всех поймали, кстати. Дед зарешал, там 1200 опыта у деда. Жесткий, хищный. Шаолинь, ёпта. Задание выполнено. Перси, умничка, это твое призвание. Молодец. 169-й день. Процесс идет. Анонимус, еще раз огромное спасибо тебе, если ты еще здесь. Чего ты? Что? Держусь на ногах, да. Завтра. Да нет, ёпта. Да нет. Никто нет. Да. Вот так вот будет. Что-то какая-то смена грустная, если честно. Братцы, у вас что со сменой-то, ёпта, произошло? А где люди-то все у нас? Охотник за... Чё? Бизли, мол, есть. Поступил новый вызов. Так, поехали. Ага. Так, что-то у меня непонятное вот здесь тут, блядь, произошло. Хотя... Это Б, да, смена? Подожди, давайте мы, знаешь, как сделаем? Давай мы вот так вот. Раз, два. И раз, два. И все будут вообще счастливо работать. Вопросов никаких не будет. Драка. Стали швыряться чем-то в друг друга. Поехали. Стрельба. Старшеклассник вошел в школу с двумя пистолетами. Больше даже можно не продолжать. Я уже понял. 11 дней всего. Ок. Сюда. Внимание, я не понимаю, почему полиция бездействует. В соборе Сент-Джона я неоднократно фиксировал колоссальный всплеск негативной метафизической энергии. Скоро там родится антихрист. Он поднимается на крышу, оттуда весь город как на ладони. На соборе весь город как на ладони. Снайпер там уже стоит. Синкабаут этот еб... Нет, ну, ребят. Поступил новый вызов. Задание выполнено. Да иди ты нахер.
Что-то мне подсказывает, что здесь уже должно... Ох, ёпта. Здесь очень много вас, друзья. Ой, сорямба. Ой. Чихнул бы. Ой, хорошо бы. Ой. Задание выполнено. Хорош. Школу задержали. Здесь поступил фейк. Новый вызов. Толпа голых людей сношается. Чё, блядь? Поступил новый вызов. Чё там толпа голых людей? Задание выбил новый вызов. Бабка-то не обманула. Заметил на улице какого-то мутного типа, который шел за ней до самого... Тут может быть. Может быть. Оп. Хорош. Передача везенных в вагоне девушек. Запросто тоже может быть. Запросто. Там что сношает без моего, блядь, участия. Поступил новый вызов. Ограбление. Сумку попытался убежать. Тогда мужчина достал Задание выполнено. У нас нештатная ситуация. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Задание выполнено. Жить хотят. Поступил все. Поступил новый вызов. Митинг, да? Сейчас автозак почти приехал. Поступил новый вызов. Хотя по митингу это разойдется. А вот с применением холодного... Применение холодного. Вот это уже вопрос. Так. Значит так, вот здесь уже что-то интересное. Хэллоуин. Языческий праздник наших великих предков. Нам всегда было больно смотреть. Короче, мужики выносят коробки и какой-то этот. Превращает в коммерческий цирк. Пока наш театр не закрыли, мы старались пропагандировать истинные языческие ценности через наши постановки. Во время Хэллоуина мы всегда собирались вчетвером. Понял. Надевали костюмы красных воронов. Достаточно нам однажды курили волшебный порошок, который покупаем у епископа. Ну, допустим, наверное, вот если красные вороны, то как-то вот так. Пока как-то вот так вот я это вижу. Ритуал. В прошлом году мы пропустили наш традиционный ритуал, потому что режиссер и по совместительству бухгалтер нашего театра попал в тюрьму за финансовую махинацию. Так что в этом году мы решили отыграться как следует. Убить Погоса Саака, этого алчного продавца хэллоуинских сувениров, развращающего умы молодежи, насадить его машину богов. Конечно, повернуть такое в наших собственных домах было бы невозможно. Слишком много дыма, соседи бы жаловались. Мы снимали квартиру на сутки каждый год разную. Ага. Машина богов. Великое изобретение нашего лидера. Что-то вроде металлического кальяна. Эти ваши, блядь, кальяны.
Море засыпал в машину волшебный порошок, залил магической жидкостью, приготовленной по собственному рецепту, бросал туда зажженную спичку, потом садились в круг, выдыхали дым через трубки. В этот раз мы сняли квартиру в старом пятиэтажном та-та-та-та. Практически никто не... квартир, номеров нет. Нужная нам дверь украшена летучими мышами. Мы приехали переодеваться, собрались в машину, садили на нее голову. Угу. Схватил меч и ударил по машине. А дальше, как все, как в тумане, взрыв, огонь, дым, в панике убегаем. Ох, блять, твою мать, садомиты. Про карету что-то говорилось, вот мне единственное завтыкал. Про карету. Стоп, какая карета, если типа надевали на... Блять, про карету вообще, по-моему, ничего не было. Значит так, как это было? Садомиты собирались. Бля, ну здесь будет сложная, на самом деле, карусель. Очень сложная. Вот это будет под конец. То, что он схватил, потом взрыв. Самой стадии покупки нет. Я не думаю, что здесь две этих. Блять, про косу тоже не было ни слова. Очень интересное дело. Мы приехали, переоделись, собрали машину. Мы приехали. Переоделись. Блять, ну переоделись, ребят, но это не те костюмы. Дверь. Начали курить. Садили голову, начали курить. Блять, ну переоделись, вот. Что-то здесь не хватает. Митинг бывает. Десятка ржёных холодных морж людей ворвались в ресторан. Я тоже думаю, что-то не хватает там. По логической цепочке что-то чуть не хватает, потому что переодеваться они должны были в костюмах воронов, а не волков. Должен быть костюм ворона именно. Задание выполнено. Так. 10 дней.
Джек Бойд, шеф полиции Фрибурга. Джек, это я. Я так рада, что ты жив, Джек. Послушай, я хотела... Ой, в общем, Лора уехала. Джек, уехала из города. Она не собирается возвращаться. Да и хер с ним. И детей она тоже не хочет видеть. Говорит, что не хочет делать им больно. Она, в общем, я решила, что тебе нужно это знать. Уже не важно. Уже поздно. Но я благодарен вам за звонок, миссис Марком. Слушай, Джек, я все не могу выкинуть из головы тот случай. Я клянусь, я не имею никакого отношения к нападению на тебя. В тот день Лора пришла в ресторан, прождала тебя около часа, и я была с ней. Ты веришь мне, Джек? Мне все равно, миссис Марком. Мне правда все равно. Берегите себя. Бабка сука мутная. Бабка очень мутная. Нет, всем работать, всем сосать, всем работать. Поступил новый вызов. Муди Армстронг Лакет. Муди Армстронг. Армстронг Лакет. Блять, Муди занят, твою мать. Солид Шэроу Алеха Сол. Это вот нельзя уже упускать. Под кожу у мужика рвется зверь, но я понял. Это Питер, дядя. Стоп, закусочный. Казалось бы, при чем здесь, блядь, Питер? Непонятно. Не знаю тоже. Задание выполнено. Задание выполнено. Задание хорошо, выполнено. Хорошо, 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 ребята, работаем. Поступил новый вызов. Под фальшивое мошенничество благодаря наводке стало известно, что одному заброшенному зову. Сюда надо бы прокатиться на самом-то деле. Опа, бывший судья. Когда я только начинал работать клерком у судьи, в город приехал кандидат губернатор в рамках своей кампании. Должен был... Дерзкий был мужик. На крыше суда притаился киллер-одиночка с винтовкой и выстрелил в кандидата. Когда тот поднимался по ступенькам, но промахнулся. Кандидата сразу охрана закрыла. Киллер-одиночка покончил с собой. С тех пор я всегда... Знаю, хочешь прихлопнуть большую шишку, возьми напарника, а то вдруг промажешь. Возьми напарника, а то вдруг промажешь. Это очень хороший был совет, отец. Очень хороший. Поступил новый вызов. Нарушение скоростного. Интересно, интересно. Там посерьезки с фальшивым маничеством. Ага. Задание выполнено. Скоростной режим пойман.
Поступил новый вызов. Задание выполнено. Жестко все бустанулись. Извините, ребята, с покушением на убийство, автомастерская. Задание выполнено. Сарямба, сарямба. Поступил новый вызов. Черный седан протаранил грузовик на мосту и взорвался. Сказки. Не верю. Стопроцентные сказки. Даже не поеду, ладно, съезжу. Нет, не поеду. Нет, съезжу. Нет, не поеду. Стопудовый фейк. Задание выполнено. 300% тебе даю. Поступил новый вызов. Контрабанда. Иван Деппола, блядь, разгружают без моего ведома, давай охерели. Моста уже нет. Кто-то в чате пишет, моста, говорит, уже нет. У нас уже был, да-да-да, в предыдущей серии, по-моему. Любитель этого. Острых, блядь, ощущений. Это, кстати, преступление очень недурно. Задание выполнено. Неожиданно. Алло. С проблем, отец. Так. Быстро день пролетел. Всем сидеть. Вот тебе можно. Остальным всем сидеть здесь. Так. Бизли, мол, Ессель. Что вот так вот прокатит? Есть мэрия. Да, не отстегивает. Покушение на убийство. Выбрасывал мусор. Увидел, как подворотни пятеро избивали мужчину. Красиво, господа. Пятером-то мужчину избивать. Осталось. Уже получается 8 дней. Поступил новый вызов. Полных, имею в виду. Прощение с животными. Денис, спасибо огромное. Дядь Call of Duty Modern Warfare. Части будешь проходить? Пока не знаю. Возможно, когда-то, да, но сейчас ничего планировать не хочу. Куча новых интересных игр и старых. Просто почаще бывай на стримах, все будешь знать. Или в телеграм-канал Heart Insight, тоже там есть вся инфа. Испугали 8 мужчин, которые без лишних слов прошли к лифту. Под плащами они прятали какие-то предметы, похожие на оружие. Через 5-10 минут 4 этажа стали раздаваться очереди выстрелов и крики. Вот здесь будет веселье. Задание выполнено. Либо фейк, либо очень что-то жесткое будет. Задание выполнено. Писари Фокс. Спасибо за сабочку. Поступил новый вызов. Задание выполнено. Поступил новый вызов. Хорош. Ведь оказалось не фейк. Массовая драка в порту.
побоище. Так, пацаны, давайте-ка. Немножко работяг надо это. Так, спокойно. Менеджер, давай не будем. Тихо. Тихо. Сейчас, без лишних слов. Тихо. Не надо. Пена, не надо. Менеджер компании по мойке окон. А несколько месяцев назад мэр устроил скандал по поводу того, что наш сотрудник не предупредил его, что собирается мыть окна. Все завелся, угрожал, лишит нас лицензии. Помню, инцидентами пришлось ехать лично в мэрию. Извинения местные. Шутила мой парень. Тогда еще шутила, что мой парень так напугал Роджера, что он взял за правило работать то в своем, то в соседнем кабинете. У нас здесь со всех сторон, ребят. Если он сидит здесь, то тут... Лоха вообще без шансов. С третьего входа мы заходим. Без шансов. Только вот так, да. Алло, иди нахуй. Поступил новый вызов. Как же под конец смены с огнестрелом тогда не поиграть? У нас нештатная ситуация. Задание выполнено. Че, у тебя отец не выйдет? Поступил новый вызов. Роман. Чуть-чуть концовку игры подзатянули. Не чуть-чуть, а прям конкретно. Да ёб твою мать, что там задание происходит выполнено. Везде? Слава богу. Задание выполнено. Да-да-да, подзатянули они прилично концовочку. Задание выполнено. Там, говорит, мужик с камерой все это снимает. Странно, почему? Люди, говорят, палят во все стороны. Действительно, почему же интересно? Вот. Теперь это что-то похожее на истину. Все равно не хватает.
Что-то здесь не хватает все равно. Стопудово. Папка фейк. Задание выполнено. Новой части без боевика. Неплохо. Задание выполнено. Сто 72-й. Там, говорит, часа полтора осталось. Ну, максимум. Меня вызывают в школу. Сидеть всем. Тебе да, тебе нет. Тебе нет. Нам. Так. Тысячи уже собрали. Я подметаю двор мэрии. Каждое утро, проходя мимо окошка у телефонной будки, наблюдая возмутительную картину. Двое молодых парней клерков нашли себе укромное местечко за стеллажами и вместо утреннего кофе облизывают друг друга. А народни за такие дела бы отправили валить лес среди вечной мерзлоты, но здесь нравы мягче, меня это бесит. Так хочется разбить стекло метлой, запрыгнуть в окно и переломать им кости. С 12-го, думаешь, входа? Я не помню, что он... А, нет, на 9-м. Ну, хер его, типа, знает, ребят. Тут уже все у меня реально разобраны. Не собирался убивать, просто после увольнения из армии у меня сердце будет дыра какая-то, могу найти себе занятие по душе, вот и заползаю иногда на всякие крыши со старой винтовкой, ищу хорошие плохие позиции, представляю, как бы я действовал, если бы на город напали, вспоминаю военную молодость. В общем, в этот день меня заметил какой-то очкастый студент, вызвал полицию, там разбираться особенно не стали, я выбрал неплохое, но оно подойдет только для общего обзора территории, то есть если командой нападать, то человека обязательно туда нужно выделить. А вот киллеру-одиночке расположен либо на крыше церкви, либо на крыше здания суда, смотря кто цель. Это мы без тебя знали, ты ничего нового-то не сказал. Влад, спасибо.
Ну, не знаю, вот здесь вот спорно, вот с этим вот типом. Очень спорно, потому что... Водолазы здесь точно. Я не знаю, блядь, вот так вот и столько сделать. Поступил новый вызов. Во дворе перевернулся грузовик с кокаином. Белый порошок, да-да-да. Поступил новый вызов. Вымогалово. Ё-моё, спасибо. Очень сильно, да, игру затянули. Прям, блять, прям очень жестко. Эти последние дни очень нудные, прям. Пиздец нудные. Пошел мужчина с дробовиком, открыл беспорядочный огонь. Достойно. У нас нештатная ситуация. Арестовать всех вообще без разговоров, ёпта. Задание выполнено. Перси просто 925. Добрый вечер. Убийство. Я думаю, без спецназа справиться. Не-не-не, сегодня все равно не успеем зафиналить игру. Я просто выискали полтора, там два часа осталось, а уже сколько? 3,5 часа, и очень долго, очень долго. Понурыч, 100%. А как еще по-другому? Здорово. Задание выполнено. Покер недолго, бред. Покер вообще... Какого вообще показателя абсолютно? Покер я с удовольствием на самом деле поиграл. Тут все равно не закончится. Тут еще часа на 3. Я так думаю. Хотя могу ошибаться. Где все детективы-то, я не понимаю. Кто-нибудь где-нибудь работает, нет? Понурыч, ну, рейд сейчас вряд ли, потому что, типа, это, даже еще фильм буду смотреть. И просить, ну, такое, блядь. Честно, я же рандомно всегда кидаю. Типа, ну, ты причины, я думаю, понимаешь, потому что, блядь, потом начинается в личке, это пиздец. Рейды, это рандомно, это просто от души кидается, и все. Рандомно вообще, блядь.
В основном всегда, по крайней мере. За бабки я никогда рейды не продавал и не продаю. Чисто просто. Просто потом обидно начинается по наручу. Это уже пройденный этап, уже 1000 лет назад. То есть ты одному кинешь, поступил, начинают другие вызов. Люди, ну и так далее, и тому подобное. Короче, это круговое наебалово, ты понял? Бывший стажер, месяц стажировки прошел очень весело. Мы вместе с другими ребятами бегали на перекур через черный вход. Нас поймали, в ту дверь наглухо заколотили двозя, а потом этот коридор начали использовать в качестве склада. Блять, ну если наглухо заколотили гвоздями, это вот черный ход, это стопудово. Вот она, тройка. Я думаю, что это именно оно. Планируешь все в телеграм-канале, все в теле. Ничего не планирую, ничего не знаю. Вот с утра встал, карты вот легли вот так вот, раз, телегу написал. Так что игры никакие не заброшены. Задание все прохожу выполнено. Потихонечку, по силе возможности. Все делаю, все хорошо, все счастливы, так что все хорошо. По идее, если бы я накопил бабки, должен быть прокнуться какой-нибудь сюжет, и тогда бы игра была интересной. То есть, поступил, типа ты накопил вызов. Деньги, просто все уволился и до свидания. Вот это бы, наверное, вкатило бы лучше конкретно в этой игре. Но это было бы, знаете, как такой логический, типа, исход, логическое завершение. Потому что ты, типа, копишь деньги... Я даже, кстати, не удивлюсь, если сейчас закончатся дни, и, ну, эти бабки, они вообще толком никуда не пригодятся. Так что... Поступил новый вызов. Дальнейших распоряжений. Эвакуация вокзала. Задание выполнено. Все четенько. Вокзал обезвредили. Массовые беспорядки. Вперед. Ануруч, да, у нас всегда так. Это просто сейчас вот игра очень затянутая. А так, когда в какой-нибудь соус-лайки, в какие-нибудь или еще во что-нибудь прохожу, вообще прям балдеж. Так что всегда рад. Заходи, мой родной. А, не найдено, не найдено. Задание выполнено. Спорно. Сто семьдесят четвертый. Так, братцы, серия, чтоб не была сильно долгой. Короче, концовка, точно могу сказать, что дико затянута. Очень затянули концовку игры. Однотипно все задание. Уже слишком просто становится, потому что слишком много сотрудников. Может быть, я правильно играл, может быть, хз. Но обязательно эту игру добьем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем добра. С вами, как всегда, был я, Леха. Ссылочку на плейлист, кстати, на все серии оставил внизу в описании. Это была игра This is the Police. Удачи.